Я приветствую на канале Просто Хобби. Сегодня мы в поле за монетками. С нами Алексей, Евгений, и мы копаем. Сейчас давайте посмотрим, выпала монетка. Буквально вот ходим, наверное, минут 40, полчаса. И первый монетосик. Давайте с вами посмотрим, что это такое. Так, вот он лежит. Так, давайте посмотрим. Что это такое, ничего не понимаю. Так, давайте посмотрим. А, 2 копейки, 24-й, о. А может быть и 25-й, сейчас посмотрим. Представляете, 25-й. Это будет круто. Так, ребят, ну не видно. Давайте я сейчас отмою. Ай, блин, я уже испачкался. Итак, переехали на другое место. На том одну монетку только нашел и все. И тут, короче, выехали на такое распаханное местечко. И вот одна монетка сразу, один шпурничок сразу выпал. И буквально через какие-то шаги монетка. Давайте посмотрим, что это. Империя копеечка. Так. О, ну сохранчик такой более-менее. Такой капитосик. Интересно, какой год, сейчас посмотрим, попробую. Короче, 1900 какой-то. Потом почищу, покажу. Продолжаем. Буквально минут 15-20 и снова монетка. И лежит прямо на поверхности. Вот такая вот, прям даже не копал, так и лежала. Так, давайте посмотрим, что это. Ага, империя. 2 копейки. Николай II. Так. Сейчас посмотрим. Итак, такая монетка выпала. 2 копейки. Николай II. Год не видно. Потом почищу, дома посмотрю. Так, погнали дальше. Отлично. Итак, продолжаем. И опять вылетает монетосик. Это отличный знак. Уже третья. Давайте посмотрим, что это. Что это такое? А, это пуговица, елки-палки, крутилка. Колесик от... Как его? Блин. От лампы. Колесико от лампы. SG. Отлично, ладно. Думал, монетка. Жаль. Так, друзья, мы продолжаем. Снова на этот досик. Проходил что-то очень долго. Так, это у нас 10 копеек ранние советы. 36-й. Ух ты, интересно такой год. 36-й год.
Так. Бам-бам-бам-бам-бам. Ребятки, мне повезло. Бля, весь день ходил, отвечаю. И тут оно выскочило, серебрушечка. Ай, долго я сейчас копал, сигнал хороший был. Вот такая монетка. Так, давайте посмотрим. Так, орелик с этой стороны. 10 копеек, 1879-го. Офигительно! Вот это круто, ребята! 1879-й. Надо посмотреть сразу, сколько она стоит. Интересно. Хорошая монетка. И сохран хороший. Блин, вообще идеально. Отлично. СПБ. Ну, продолжаем. Может быть, еще одно здесь лежит? У-ху-ху-ху-ху!